Ты играешь клубочком, тебе скучно. Ты моя хорошая. Так, самурай вышел. Кошек не пугаешь. Сперла у меня клубочек белых ниток. Играет. Мурик пришел поиграть с кисой. Лег с ней рядышком так аккуратненько. Вот тебе на. Ты мой мячик. Ай, ну зачем ты у него забираешь, Мурик? Мурик, ай-яй-яй, дай сюда. Иди ко мне, неси. Самурай, ко мне иди. Давай, дай сюда. Ко мне, говорю, иди. Иди сюда. Давай, дай мне. Молодец. Кс-кс-кс. Так, иди сюда. Сядь рядом. Сидеть. Не забираю кисы. Спряталась. Тебе туда не залезть. Да. Ну все, выходи. Иди отсюда. Отойди. Ну это киси, кисина игрушка. Ну вот очередная досочка готова, да, папа? А их две, да, таких? Так, сейчас будет она обрабатываться маслом с воском. Вот. Так что ждем. И вот эти две досочки уже готовы. Готовы, все, они уже обработаны. Ничего, а что вот это вот такое? Фигня все это. Вот. Ну, они такие гладенькие, как магазинские. Причем эта досочка торцевая. Вот. На них резать, они же не будут, как вот эти магазинские, разделываться слоями. Вот у нас доски были, они разваливаются. Тут фактура совсем другая, да? Да? Совершенно. То есть она долговечная, да? Долгоиграющая. Не все не вечно, но... Но долгоиграющая. Но долгоиграющая, да. Так что, такая красота. Раз, и там вторая еще. Вчера их обработали. Как тебе показать-то хочешь? Вот она. А вот это у нее, вот эти пятна, это что у нее? Это внутри такое, да, ведь? Это внутри дерева такое, то есть это не намазано ничем. Это вот такое дерево. Это что у нас? Блин. Паш, я не помню. Это но... ясень. Ясень, вот. Ясень. Не хочет фокусироваться. Шмасить. Телефон мой. Вот. Видите, какая фактура? Классная. Чётенькая. А вот тут Паша работает горячим... Цеху. Горячим цеху, да. Масло с воском. Оно моментально застывает. Но воск тут не останется. Паша и воск... А почему пятна остались? Да пятна сейчас пройдут. А, впитается еще, да? Питается. Масло впитывается, клей. А воск потом убирается. Клей, да, клей. Так что вот. Красота. Все, первая досочка готова. Это первая, да? Да. Угу. Так она блестит. Ну, конечно, телефон не передает цвет этот. Вот, фактуру тем более. Да.
В дубе белое вкрапление появились полоски. Вот видно. Да, вот эти белые полосочки видно вот здесь вот. Классно. Надо будет фотоаппаратом это красиво сфоткать. У меня еще телефон не фокусирует. Вот видите, как переливается? Красиво. Вот. Вот она какая стала. Ну, играй давай, играй. Играй. Дала ему трубочку от салфеток. Картонную. Играй, играй. Чем бы дитя не тешилось? Угу. Ну что, у нас новый питомец, новый жилец. Друзья нам привезли монстеру. Ой, она, бедолага, в машине уже подмерзла, что ли, пока ехала-то. Вот. Ну, в общем, состояние у нее. Еще непонятное, вот сейчас только проводила. Но однозначно нужно ее пересаживать. У меня есть большой горшок. Сейчас она пару дней адаптируется. Я ее пересажу, конечно же. Подвяжу, лишнее обрежу и наведу красоту. Вот, опрокинулся сейчас горшок она. Или что? Не знаю, в общем. Или я когда несла, поставила ее сюда. В общем, нужно ее привести в порядочек. Вот. Сейчас я ее хотя бы опрыскаю. Вот, чтобы она хоть это. Ну, вот эта детка растет. Да, вот она. Вот она откуда растет. Вот, молодая. Видно, листья молодые еще даже без этих. Без резьбы. Вот этот молодой листочек. Это вот из этой. Сейчас хоть просто ее побрызгаю. Вот. Так что вот так вот. Красота. Новый у нас жилец. Красота. Я детям говорю, вот вам и елочка. Ксюш, принеси, пожалуйста, веничек. Вот. С совочком. Подметем тут. Вот такие дела. Ох, ну что, подготовила горшок. Вот я его помыла с улицы, принесла такой большой. Я даже не знаю, сколько он литров, 15-20, наверное, точно. Буду пересаживать вот эту красотку. Обрезать все лишнее. Сейчас наполню горшок частично, потом буду перетряхивать ее. Итак, ну что, я насыпала сюда вермикулит мелкий. Тут еще у меня на дне камушки из горшка высыпала старый. Итак, здесь у меня грунт от орхидеи старый. Я его сюда же высыплю. Он идет кора. Ой, какой вермикулит-то я? Что говорю-то опять? Дренаж. Вот. И сейчас буду доставать саму эту монстеру, но показать не смогу без этого, без подставки мне телефон. В общем, сейчас я ее сюда загружу,
обрежу у нее все лишнее, а потом уже подсыплю грунт. И еще мне нужно придумать для нее поддержку какую-то. Вот, чтобы она не лежала. Я вот думаю ее к этой стене поставить, этот цветок перевешу, крестовник. И либо к стене, может быть, какой-то подвяз сделаю, но она тяжелая. Вот, нужно какую-то ставить укрепление, какую-то палочку. Ладно, придумаем с Пашей что-нибудь. Чуть не упала. Еле достала этот цветок, вся запыхалась, он весь зацепился корнями. Вот такой ком корней. Вот. Так что сейчас буду обрезать все лишнее, а потом уже подсыплю грунт. Так что вот. Сейчас будем разбираться, где тут, что тут. Вот это уберем мы, наверное. Вот. Вот так вот. Видите, какой огромный ком. Вот он. Ну что, поехали дальше. Дверь ты закрыл. А что? Ну что, чтобы здесь тепло было, не там. Круто. Это что будет у нас? Шкатулочки. Это будут шкатулочки. Угу. Когда? Когда? Послезавтра. Прикольно. Так, а что здесь у нас? Из чего? Бук и дуб? Дуб и бук? Это бук. А это два дуба. Ага. Высохнет потом. Угу. А сколько шкатулочек-то будет из этого? Парочка? Наверное, да? Но больше-то и не хватит вот этого. Наверное. Ну, круто. Ладно, чуть повыше будет. А что еще интересненького у тебя есть? Все. Ты что думаешь, а покажи еще что-нибудь. Сейчас пойдем посмотрим. Так, ты говорил, у тебя еще где-то досочка есть. Какая? Так. Досочка-то вот она. Где досочка-то? Где? Где, где, где? Мы так работаем. Угу. Да? В опилках все. А что, в прошлый раз у тебя так мало опилок было? А сейчас что, ты пылесос не включал или что? Почему так все в опилках? Ой, в этих? Это, конечно, работает. Я ага. Что-то не смотрю. Понятно. Вот. Вот она еще какая. Это побольше, чем та. Да? Как будто бы. Не как будто бы, а побольше. А вот здесь дуб и бук. Это я уже вижу. Вот этот дуб, это бук. Я запомнила. Ура! Только надолго ли? Видишь ее, это... Брать сейчас неудобно. Брать неудобно. А ты сейчас сможешь? Удобно ее брать, удобно. Ну ладно, ладно. Вот. Сейчас я крепче здесь... будет, да? Да, доел до конца. Ну и все, и уже это ее обработать. На шкурике обработать. Ну все. Молодец. Я знаю. Красота, порядок, чистота. Угу. Да? Вот. Ну ладно, все, я пошла. Пока цветами занималась, пришла на кухню. У меня по всей кухне нитки размотаны. Кошки заразы. Я вот сейчас выгребла их из-под ножек, вот здесь, из-под стола. Вот тут все было намотано, вот где осталось. Поставила кофе вариться. Сейчас буду эти нитки выгребать. Засранки. Вон, целый моток был, вон, маленький. Остался ему липусенький. Был вот такой клубок. Ну что, монстеру я пересадила. Вот такая она большая. Хотя на видео кажется, что маленькая. Но вот этот горшок 6,3 литра. Вот этот все 20, наверное. Ну что? Звезда. Прошелся такой, да? Вот. Так что пока так. Но нужно купить опору. То есть вот такая опора ставится, чтобы она
росла вокруг нее. Вот, пока подвязала ее веревочкой, держится. Ну, это плохо, потому что будет передавливать стебель. Хотя он толстый, ему не есть хорошо, нужна нормальная опора. Вот, на этом пока все. Буду приступать к посадочным работам. Сеять некоторые цветочки. Кстати. Ладно. Цветочки и растения уже покажу в следующем видео. Все. На этом пока-пока. Ставьте лайки свои. Буду вам очень благодарна. Оставайтесь на моем канале. Дальше будет интересно. Все. Всем пока-пока.